18 ноября в Татарстане пройдут референдумы по самообложению граждан. В них примут участие 852 сельских и 20 городских поселений 43 муниципальных образований республики. Такая форма работы с населением принята в Татарстане с 2013 года, и жители села уже в полной мере смогли оценить преимущества, которые дает участие в программе. Когда на каждый собранный сельчанами рубль, республика дает еще 4. В конечном итоге это новые дороги, освещение, водоснабжение и прочие удобства на селе. Последний год жителями Заинского муниципального района по самообложению было собрано 2 миллиона 708 тысяч рублей. С учетом республиканских денег сумма на нужды сельчан составила более 10 миллионов. Жители Оксаринского сельского поселения, в состав которого входит 7 населенных пунктов, в программе участвуют активно. В прошлом году было собрано 285 тысяч. С учетом вклада республики сумма составила 1 миллион 429 тысяч 500 рублей. Начинаем от отсыпки дорог. Обязательно благоустройство, ремонт кладбища, ремонт ротников. Обязательно мы предусматриваем ремонт уличного освещения при ремонте водопровода, при ремонте дорог. То есть у нас в сельском поселении остаются деньги на финансирование других видов работ. Это очень нам помогает. Последние годы, конечно, вот благодаря самообложению мы смогли ремонтировать ротник Зирикле, это село Оксарино. В прошлом году, в 2017 году, мы сдали прекрасный, хороший ротник Шумок, село Старый Токмак. В прошлом году, то есть в 2016 году, мы смогли открыть памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Жители не только активно откликаются на сбор средств, но и сами подключаются к работе. Например, оксаринцы организовали субботник, когда нужно было покрасить ограждение местного погоста. На деньги самообложения купили только краску. Освободившиеся деньги пустили на другие нужды. Точно так же в деревне Перцовка облагоустраивали остановку наполовину силами жителей. Мы очень довольны, что деньги самообложения как бы улучшают жизнь сельчан. Это как бы украсит все. Это деревня, где мы живем. Это, считай, где ротник у нас так красиво. Из Заинска приезжают все. Это как бы торжественные мероприятия отмечают. У нас место Савантуй очень красиво. И все это содержать надо деньги. Кладбище содержать. Эти деньги нужны. Это все довольны. Я вот сама собираю деньги, самообложение. В каждом доме бываю, с каждым разговариваю. Чтоб отказники у меня были, нету таких. Они довольны. В этом году по просьбе местных жителей в Оксарино установили памятник труженикам тыла. Его откроют на День Победы. Мы еще, конечно, боялись, получится, не получится. И я думаю, и народ видит, спасибо говорят, что в центре села, возле фонтана, возле магазина мы смогли построить памятник труженикам тыла. В этом году в деревне Оксарино было обсыпано 500 метров дороги. На следующий год эта работа будет продолжена. Также участок дороги в деревне Перцовка. В каждом поселении стараются хотя бы по одному участку сделать. План на следующий год уже есть, и за него жители должны проголосовать в ближайшее воскресенье. Мы учитываем мнение жителей. Основном, конечно, опять каждый год мы включаем обязательно отсыпка дороги села, ремонт уличного освещения. У нас 7 из 7 населенных пунктов, в 5 населенных пунктов имеются детские площадки. Обязательно включаем приобретение какого-нибудь элемента детской площадки, ремонт. В Оксаринском сельском поселении среди 7 деревень есть и очень малочисленные, но жители все равно идут на референдум с надеждой на изменения. Например, в деревне Бирюсарай собрали всего 4,5 тысячи рублей, а перемены коснулись и их поселения. Некоторые поселения уже напоминают городские микрорайоны, как, например, говорят о себе жители Перцовки. Изменилось многое. Сейчас появились в Совете местного самоуправления какие-то свободные деньги, которые можно расходовать на нужды деревни. Это на дороге, на освещении и прочее. Проведено электроосвещение, заменены фонари, светильники. Вот. Значит, в прошлом году отсыпали дороги практически по всем, все дороги по всем улицам. Кроме того, значит, появились у нас доски объявления. Это тоже очень удобно, потому что какая информация, подходишь к этой доске, все, указатель, что деревня Перцовка. Все собранные средства были направлены на решение вопросов благоустройства поселений. Елена Маврина, Игорь Майоров, новости Татарстана.